Приветствую вас, Ольга. Смотрите, вы не понимаете, почему мужчина значит, заботится о вас, почему он дарит вам подарки и делает все, что вы его попросите. Ну, во-первых, здесь нужно сказать сразу, что люди, свободные отношения, каждый понимает по-своему, и есть очень такой важный, на мой взгляд, момент, что человек может просто как-то, ну, по-своему понимать, да, свободное отношение, вот. То есть человек может просто, ну, вот, человек может воспринимать свободное отношение, ну, как-то в таком ключе, вот, в таком именно проявлении, вот. То для него, например, свободное отношение – это вот то, что вот он делал. Именно вот, ну, мужчина, то, что он делал. Вот для него это свободные отношения. То есть, ну да, для вас это может быть странно, вам это кажется странно, вот, вам кажется странно, что вот такие отношения, могут быть свободными, вот, а для мужчины это, в принципе, ну, нормально. Это первое. Второе, я думаю, довольно уместно было бы спросить вас, как вы, ну вот, пришли к идее о том, что у вас свободные отношения, то есть вы как-то договаривались, что у вас свободные отношения, вы как-то договаривали этот момент, или что, как вы пришли к тому, что у вас свободные отношения, что, ну, что указывает на то, что у вас свободные отношения, что указывает на это, потому что пока непонятно, это такой момент. Следующее. Что именно вы, вот именно вы, не можете в этой ситуации для себя понять? То есть, вас это вызывает надежду на развитие, ну, на то, что отношения как-то вот, ну, продолжатся, да, вас это вызывает надежду. Может быть, что-то еще есть, ну, может быть, еще какой-то аспект. То есть, вот что конкретно вами движет в том, чтобы понять, что, для чего вам его понимать. Вот, это, мне кажется, тоже такой вот очень важный момент, вот. Достаточно важный нюанс, если мы говорим про, ну, про ваше взаимодействие с человеком, вот. И, соответственно, тут нужно посмотреть, именно на то,
чего вам хочется. Вот. То есть, в чем вы нуждаетесь вот здесь? Потому что, ну, если отношения, например, свободные, да, то, ну, пусть они будут свободны. Свободные отношения — это, в принципе, когда люди делают то, что хотят делать, просто в отношениях. То есть, люди просто делают то, что они, вот, ну, считают нужным в той или иной степени. Вот мужчина считает нужным делать для вас вот то, что он делает, но он делает это, и все, как бы. Вот, поэтому мне, мне лично кажется, что вы здесь, ну, несколько, вот, наверное, неискренне с собой. Мне кажется, что вы здесь в некоторой степени неискренне с тем, что вам хочется, да, и здесь, мне кажется, вы хотите, наверное, чего-то серьезного, ну, более серьезного в отношении, но вот, вероятно, значит, боитесь. Понятно, что доказательств у меня этого никаких нет, вот, и я, ну, это всего лишь мое предположение в данном случае, но, тем не менее, я думаю, что вот основная проблематика в этом, то есть вы хотите чего-то больше, и вы не уверены в себе, вот, и боитесь, что вам сделают больно. То есть это проблема, опять же, вот с личными границами, потому что если бы этого не было, вы бы просто отпустили бы ситуацию, просто позволили бы ситуации ну, развиваться вот так, как она развивается, и все, в принципе. Вот, проблем бы здесь никаких не было бы. На мой взгляд. Вот, поэтому вы тревожитесь, вы беспокоитесь, вот, и, в принципе, вас можно понять, ну, здесь только поработать со страхами, с личными границами, может быть, с самооценкой, вот, с уверенностью в себе, и, я думаю, все у вас будет в порядке. Может быть, еще посмотреть на модель женского поведения, да, чтобы более корректно проявлять его, более корректно реализовывать модель свою, ну, гендерную модель. Ну, это тоже, я думаю, детали. Вот, я думаю, что это детали, на которые, ну, будет обращено внимание, да, при работе с вами непосредственно, ну, при работе непосредственно с вами, вот. Такой вот ответ я могу вам дать, опираясь на то, что вы написали. И здесь, скорее, важно, как вы к этому относитесь, ну, важнее, как вы относитесь к этому, не как относится к этому мужчина, а вы, именно вы, как вы сами к этому относитесь. Вот. Исходя из этого, уже нужно, ну, выстраивать линию вашего поведения. Вот. Вот такой ответ я могу вам дать. Просто в противном
случае, да, вы можете оказаться в позиции зависимого человека. Вот, а это все-таки, наверное, не есть хорошо для вас. Вот. Так что я думаю, такой ответ я могу вам дать здесь. Ну, опираясь вот на то, что вы спрашиваете. Вот. На этом все. А я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация будет разрешена для вас.